Всем здорова, с вами снова Рейнджер, и это мой аудиоподкаст номер 2. И в этом аудиоподкасте я хотел бы сказать то, что меня порадовало то, что у меня уже скоро будет наконец-то 660 подписчиков и 100 тысяч просмотров, еще совсем не за горами, осталось совсем немного, я думаю, что это будет скоро. Вот, и я теперь состою в некой студии под названием DNL. DNL Studio — это под рукой Минифиста, как бы, все находится. Я там, как говорится, второй участник этого всего. И я бы сейчас хотел поговорить о прохождениях самих игр. Stalkers of Pripyat, который с SSG-модом, естественно, я его продолжу делать, только, собственно, это будет там в 3 дня одна часть, потому что чтобы был некий стимул и просмотры, ребят, как же без них. Вот, и я думаю то, что некогда займусь одним прохождением, как я уже говорил, Skyrim с HD текстурами, дополнительные квесты, только вам придется подождать, пока я пройду игру заново, чтобы не быть больше рептилией, а стать человеком. Вот. Собственно, я думаю, то, что проектов будет еще дофига, потому что у меня настроение есть, проблема только одна — микрофон. Его я примерно настраивал бы где-то минут 5 или 10, чтобы он пахал нормально, без шумов. Вот. Я думаю, то, что еще после проекта SGM я буду заниматься Dead Space'ами всеми. Вот. И я, пожалуй, закончу на этой позитивной ноте. Небольшое обновление. Спасибо всем. Пока.